Третья часть сентября уже прошла, и школьники столкнулись с ожиданием и реальностью. Родители говорили, что учиться весело, оказалось, это трудновато. Что делать, если школьник не хочет учиться? Об этом сегодня планируем поговорить с ведущей программы «Мамина школа» Олесей Новиковой. Олесь, привет. Привет, ребят. Школьник не хочет учиться, потому что он лентяй, или у него, может быть, есть какие-то другие веские причины? Вот это хорошо, Эльдар, что ты начинаешь с причин, потому что... Сам учился. Понимание причин – это уже большой шаг к тому, чтобы с этой проблемой разобраться. Потому что если мы поймем, почему ребенок не хочет учиться, почему ему трудно садиться за уроки, почему нет никакого желания ходить в школу, вот если мы с этим разберемся, то мы сможем понять, на что нам надо вот силы свои бросить, что надо изменить, и тогда уже можно будет действовать. Причин, на самом деле, почему ребенок не хочет учиться, очень много, и это не лень, как ты сказал в первую очередь. Ребенок не хочет учиться, потому что он устал. Тяжело ему, слишком большая нагрузка. Ребенок не хочет учиться, потому что у него не получилось контакта с педагогом. Допустим, он его боится. Или же другая причина, у него не случилось контакта со сверстниками. Друзья, да? Да, то есть есть какие-то конфликты в классе, он из-за них переживает, и у него плохое по этому поводу настроение, и лишний раз в школу ходить вообще не хочет. Но это социализация, может быть, ее нужно как-то до школьных лет? Ну, если, слушай, ну ты пришел в класс, ты же не знал, какие дети тебя там ждут, и не был готов к трудностям, которые могут там возникнуть. Случается такое, что ты вроде бы готовился к школе, но пришел, а там какой-то сюрприз тебя ждет. Но мы пытаемся разбираться дальше. Следующее, вот что я уже затронула, это настроение. Вот бывает у ребенка плохое настроение, причем оно может длиться очень долго. Ну и вы, как взрослые, тоже понимаете, что когда у человека плохое настроение, он не то что учиться, он в принципе вообще ничего не хочет делать, и у него вот руки ни на что не поднимаются. Потом бывает такое, что у ребенка недостаточно уверенность в себе, и давят его взрослые, да, то есть я не справлюсь, не получится, лучше вообще браться не буду, потому что постоянно меня давят и пилят. Возможно, какой-то вот часть материала не усвоил ребенок, и остальное уже ему там не накладывается, и ничего он не понимает, ну, что ходить в эту школу, если я чувствую себя там бестолковым. Но это какой-то дуэт, скорее всего, и родитель, и преподаватель. Абсолютно верно, и бывает такое, что... Очень часто на желание ребенка учиться, вот ты правильно говоришь, тут все завязаны, члены семьи, и те, кто работают в школе. Если дома плохая обстановка эмоциональная, возможно, какие-то конфликты, или, может быть, что-то просто происходит, вы там переезжаете, младший братик родился, что-то случилось такое, от чего ребенок, школьник волнуется, то это тоже будет отражаться на его желании учиться. А если ребенок подросток, то ко всему тому, что я сейчас перечислила, еще добавится... Переходный возраст. Да, его вот эти вот всякие гормональные всплески, перемены, и у него в этом возрасте еще такая повышенная... Да зачем мне эта математика? Да, у него повышенная эта чувствительность, он все очень близко к сердцу принимает, и поэтому ты совершенно прав, у него вообще пропадает какая-то мотивация учиться в этом. Так получается, просто нужно посадить его и спросить, чего тебе не хватает? Ну, на самом деле, это хороший, конечно, способ. Это вообще было бы здорово, если бы можно было посадить ребенка, спросить его, чего тебе не хватает, он тебе сказал, и ты такой раз пошел по списку, да, все, короче, делать. Но очень часто бывает, что ребенок, во-первых, сам не знает, чего ему не хватает. А во-вторых, если это, допустим, младший школьник, он сформулировать не может. Он чувствует, что как-то вот плоховато мне на душе. Но что со мной происходит? Если его до этого не учили озвучивать свои чувства, то он тебе вдруг вот их не озвучит. Значит, вспоминает сразу видео из интернета, если вы помните, на переднем плане там бутерброды стоят, и ребенок рассказывает, что я пришел в школу, я начинаю выполнять ей задание, а она мне говорит, что еще где мое домашнее задание? Для чего я это все делаю? Она меня даже не спросила. То есть он в шоке от всего происходящего, что там с ними. Да, вот поэтому наша родительская задача сделать так, чтобы вот как герой этого видео ребенок смог высказаться, что для этого надо делать. Хорошо вот ввести такой домашний ритуал. Каждый вечер все члены семьи рассказывают о том, что сегодня с ними произошло. Это может быть за ужином. Допустим, каждый рассказывает три события моего дня. Будьте готовы к тому, что сначала будет вот туговато идти, потому что никто к этому не привык. Но если взрослые включатся в этот процесс эмоционально, если они будут откровенны, если они будут действительно внимательно слушать ребенка и рассказывать о своей жизни, то дети тоже в это включатся. Потому что, как бывает часто, ребенок приходит со школы, мама спрашивает,
как дела в школе? Он отвечает: нормально. Не сам. Двойку получил, папа спрашивает. Да. Нет, что получил? И да, вот только про оценки мы спрашиваем, иногда спрашиваем, кушал, не кушал. То есть это все, что нас интересует. Так вот, этот ответ нормально, он абсолютно не информативный, а наша задача вот с помощью этого ритуала понять, что ребенок чувствует, в каком он сейчас настроении. И тогда мы доберемся вот до той самой глубокой причины, которая мешает ему учиться. Знаешь, как говорится, нам-то этого не знать. Все-таки преподаватели физической культуры, психолог. Да. Все нужно делать в виде игры. То есть да. И детям это нравится, потому что и взрослые включаются. То есть я расскажу тебе вот три своих случая за день, а ты мне расскажешь свои. Мне кажется, это и взрослым тоже интересно. Конечно, это все переводится вроде в виде игры. Тут и мужа своего вдруг с другой стороны узнать. Узнать, что он делал сегодня. Да, и супругу что-то донесете. Если мы все-таки усадили детей, хотя вот как даже усадили детей, поговорили, как теперь их усадить, чтобы они выполнили уроки, потому что это, мне кажется, столько эмоций нужно потратить для того, чтобы выполнить домашнее задание. Да, действительно, родители действительно очень много физических... А еще с этой удаленкой... Да. Физических и эмоциональных сил тратят на то, чтобы заставить ребенка сесть за уроки. Но интеллектуально ребенку проще включиться вот в эту деятельность, когда у него все понятно. Вот тот самый режим пресловутый, да, уже, наверное, надоело всем об этом слушать, но когда у ребенка все понятно и каждый день одно и то же, я прихожу со школы в это время, я делаю вот это, допустим, обедаю, отдыхаю, потом ровно там в 15:00 я сажусь за уроки, ровно на этот стол, и у меня вот тут висит вот такое расписание занятий, я делаю по плану. По выполнению я иду занимаюсь своими делами. Ребенок привыкает к этому вот однообразию, и он меньше этому сопротивляется. Потом еще дети сопротивляются тому, чтобы садиться за уроки, и как можно дольше откладывают, оттягивают этот процесс, потому что понимают, ничего хорошего от этого процесса не жди. Сейчас ты только сядешь за уроки, как тебя начнут. Давай быстрее, что ты сидишь, что ты копаешься. Будь внимательный. Что ты тут написал? Угу. Вот это я тебе сейчас все красным обведу. Вырываем страницу, переписывай. Да что ты такой бестолковый, все уже сделали, ты все сидишь. Там неинтересно. Да, во-первых, неинтересно. Во-вторых, вот ты садишься за уроки, ты получаешь только негатив со стороны взрослых. Но наша родительская задача принять тот факт, что ребенок учится, а если он учится, то он в любом случае будет совершать ошибки. Вот нам надо дать ребенку возможность и право совершать эту ошибку. Если ошибся, не тыкать его носом в эту ошибку, а поддержать, пожалеть, предложить помощь. А если у него что-то получилось, обязательно хвалить, чтобы ребенок от этого процесса учебы получал удовольствие, а не только сидел и думал, господи, когда это уже закончится? Еще и 11 лет сидеть в вашей школе, это просто... Не выполнил. Плохо, постарайся еще раз сделать. Да, выполнил. Молодец, вот, держи себе пряник. Совершенно верно. То есть я как уже говорила, что ребенок ошибаться будет, но от того, какую реакцию мы, как взрослые, на эту ошибку будем давать, будет зависеть его желание продолжать дальше, пытаться снова или все бросить, забить на эту учебу. То есть опять все зависит от нас. Понятно, что за эти 5-8 минут, что мы с вами сегодня беседуем, все причины, по которым дети не хотят учиться, невозможно обсудить, поэтому я наших зрителей приглашаю на YouTube маминой школы. Там мы записали большой выпуск с психологом, который рассказывает, что делать в этих случаях. Ну, а мы такой легкий анонс сделали, что будет происходить в следующей твоей передаче. В общем, дети, подведем итог, дети учатся, а мы учимся детей учить. Да? Золотые слова, молодец. Олесь, спасибо тебе большое. И вам спасибо, ребят. А теперь вкусные приемы, чем заменить сливки, как убрать запах лука и как сделать уксус ароматным. Все эти мелочи жизни обязательно пригодятся на кухне.